Слышно, видно, все есть? Есть? Здравствуйте, я на заправке. Ой. Все норм? А качество норм? Все норм? Опоздун. Смотрите, как красиво. Все кайфик. Короче говоря, вот, собственно говоря, мы с Геннадием... Так, короче, я вас предупреждаю. Блять, не пишите хуйни никакой. Модерация, проследить. А то Геннадий будет держать телефон и, короче, да, и будет все видеть. Донаты, если что... Блять, ну я подключил, конечно, но тоже следите мод, чтобы там ничего такого не было. На вас ответственность. Ебать! Вертолет! Вот. Короче, вот машинка, на которой мы будем ездить. Сейчас поздороваемся с Геннадием. Ой. Здравствуйте, Геннадий. Ой. Я запустил, в общем. Вот все, полетели. Люди пишут. А где Audi? Так мы не на Audi, мы на Volkswagen. Так, ну вот, вам передаю. Это самое, в управление. Что там видно, что пишут? Здравствуйте, Геннадий, пишут. Вот. Здравствуйте. Правильно, правильно. Всем привет. Культурно себя ведем, ребята. Да ладно. Ой. Короче, поедем мы сегодня в эту, к Зенит-арене, потому что там красиво, я вам покажу там стадион, там, ну, как оно со стороны, короче, выглядит по Санкт-Петербургу, поедем по платной дороге, там видно водичку, там чаечку, вот это вот все. Что, там нормально все работает? Да. Если будут писать английскую F, значит не работает. Вот. Геннадий, вы топ. Согласен. Вот вы как инструктор, вот как можете сказать, как можете оценить мое вождение вообще сейчас? Замечательно. Замечательно. Правда? Огонь. Огонь. Вот единственное, что у меня сложились трудности с паркингом вчера, потому что я забыл, как парковаться, но это дело опыта. Ну, по большей части. Все сделаем. Так, короче. Ну все, погнали. Будем сейчас выезжать, да. Ой, так. Шо, погнали. Можете там читать, что-то комментировать. Покажите там себя. Покажите себя. А там камеру развернуть? А я могу сказать, как камеру? Показал. А, можно вот так, да. Так, тут подруга идет. И братики едут. Ну, короче, да. Сегодня вот так вот с вами покатаемся, покажем Питер. Чё, как здесь? Погода замечательная. Погода солнышко вообще шикарнейшая, наверное. Даже не облачно. На навигатор поглядывает. Да, да, на навигатор поглядывает. У Геннадия есть две педали на всякий случай. Одна. Через 300 метров. Одна? Держитесь левый тормоз, полос, да? А затем поверните налево. Да. Только одна педаль. Ну вот. Так что он может еще тормозить дополнительно. Ну, мы это делать не будем. Ну да. Денис умеет сам тормозить. Уже научился. Кстати говоря, ребята, если вот это самое, если хотите тоже научиться, Геннадий, ну, меня замечательно научил, поэтому я думаю, и вас сможет. Поэтому, если кто из Питера хочет научиться что-то туда-сюда порулить. Да, обращайтесь. Обращайтесь, да. Вот, контакты потом я вам дам. И напишите там, уже договоритесь, что как. Вот, что, нормально там все? Да. Че вы скобочки пишете? Жми на газ, идиоты. Если только в хавал, в лаваш. В этот лаваш, да. Между прочим, мне уже в Делимобиле дали доступ к бизнесу. Я могу ездить теперь на Audi. А, да? Угу. О, прикольно. А на ЗСД там нормально по интернету? Да. Нормально, да? Да, да. Там вся дорога. Это раньше Москва-Санкт-Петербург, когда открывали, не было интернета, наверное, год или полтора. Угу. Сейчас, ну, сейчас везде интернет. Есть. Да, там единственное, где в целях безопасности, может, отключают, а так везде есть. Я вчера ездил, забирал Макса с Тинта, он меня забайтил поехать за ними с Артуром.
Вот я точно так же уже один ездил, полностью один, вообще без какого-либо сопровождения, вот тоже по этой дороге, по ЗСД. Вот. Чё, тебе надо там куда попасть, смотри так. Ну да, там налево и потом вот направо. Да. Да. Едем по навигатору. Ну, в соло ехать сложно, потому что у меня не было вот этого крепления, короче, для телефона, и у меня вот он снизу лежал, я вот только так смотрел. Ну, свою машину уже купишь, как бы, и все. Да вот ждем. А, кстати, хорошая новость. Ее отпустили с таможни. А, все. Ну, все. Она уже сейчас поедет. Лучше с этого ряда. А, с этого ряда? Ну, ты же справа будешь уходить. А, ну да. Светофор долгий, конечно. Что пишет? Да, так что стрим с получением Audi уже совсем скоро. Вот, там что-то задонатили. Я сегодня АФК, педаль Volkswagen. Моца, вы можете в два раза менять? Я сегодня АФК. Вот. Я забыл поставить 200 рублей. Ну ладно. Пусть будет, ладно. Нет, педаль Volkswagen уже 150 тысяч километров не АФК или сколько пробег? 150? 150. Так что все с ней в порядке. Бочину у меня побаливает, но я вам про это потом расскажу немного. Что вчера случилось. Завтра концерт у Макса. Вот, пожалуйста, конкуренты. А, конкуренты, реально. Слышь, ты. Бро. Здесь настоящие ученики сидят. Я даже не успеваю читать. Что, там слишком быстро пишут? Вообще, очень быстро пишут. Эх. Стрим упал что-то. Нормально все? Или из-за доната стрим провис? Зеленый, но это не нам, да? Ну, нам секция, там доп-секция. Сейчас норм. А, из донаты в 1000 рублей провисло? Вы только сильно его не хвалите, а то обнаглеет еще больше. Это вам. Серега Филатов Дон. Кикаем. Можно погромче донаты сделать, нет? Можно на... Блин, надо вывести на магнитолу. Внимание! Магнитолу донаты. А, не, я не выведу, наверное. Ты выведешь звук. Да? Да. Так. И можно разговаривать, все будет слышно через магнитолу. Только тут не встать нигде. Ну, тут не встать нигде. Ехать надо. Надо было привязать. Поверните налево, а затем съезд. Поверните твой телефон направо. Через Bluetooth к магнитоле. Угу. Туда правее уходи. Там направо. Ты что, уходят направо? Да. Давай, 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 давай. Сложная дорожная обстановка. Мы разрулили ее аккуратно. Дружище, блядь. Поворотники справа, не учили. Да, справа. Справа. Да, да. Там может быть местечко будет, чтобы звук переключить на магнитолу. А может, не будет. Да может и не будет. Там нормально, а F не пишет? Нет. Все в порядке. Что пишет? Тише не гони, страшно. Уже не страшно. Уже никто нормально, не боится. Считайте, что вы все сегодня мои пассажиры. А я своего рода таксист. Так. Не разбейся, тебе пишут. Ни в коем случае. Все, заезжаем на ЗСД. Да, заезжаем. Западный скоростной диаметр. Так, надо будет куда-нибудь в серединку, да? Да-да-да. И там смотри на карту. На, ну, куда надо? Да, ну, на... Не на транспортер. Да-да-да, я помню. Так оно сверху будет написано. Ну да. Так что все норм. Все, вот наваливаем. Наваливаем. Давай в левый ряд, может, ну, побыстрее. 130 можно. Впереди лежачий полицейский. А-а-а. Какой лежачий полицейский? Не знаю. Что он делает? Не знаю. Впереди дорожные работы. Видимо, поэтому лежачий.
А, лежачий полицейский патруль. Так, там направо. А, или по транспондеру. За карту транспондера. Ща бабку собью. Заедьте наживку, плиз. Вот можем проехать и подключить с громкой связи. Так, можно вот сюда еще. Слышите, Денис? А. К громкой связи подключиться. А нормально, на телефоне можно сделать погромче, и все слышно будет. Ехал дрека через реку. Видит дрека в реке рак. Сунул дрека руку в реку. Рак за руку дреку цап. Процедура оплаты. Процедура оплаты, да, это платная дорога, блин. Надо все оплачивать. Я вон сюда. Добрый вечер. По карте. Ну что, поедешь? Вперед поедешь немножко. Все? 500 рублей. 500 рублей, да, кстати. Охереть. Вот у нас бесплатные дороги. Все для людей. А почему 500 рублей? Без понятия. Видимо, этот заезд какой-то. Без понятия. Тут как бы, может, вечернее время, не знаю. Ну, походу, да. Давай туда. Что, нормально? Вот, да, кто-то пишет, что охуеть. Действительно охуеть. Ну что-то 500 рублей, да. Обычно 200, типа. Посигналь тебя просят. Кому-то здесь. Можно посигналить. Так нормально? Все, пойдет. Мы как задание выполняем. Да. Квест. Так, а вот со школы забрать, с садика. Наикните. Сейчас заедем. Вон Тесла наваливает. Питер сверху, питерское небо. А говорят, дожди. В этом году в Питере очень погода супер. Да, она вообще замечательно. Сейчас мы выйдем, будем ехать над водичкой. Жалко, что защитный, да. Так было бы красивее. Это вот район Кировского завода, да, где мы вчера ездили. Я вот сейчас спрошу, скажите, что в чате напишешь. Там отзывы с донатами разобрались, да? Так быстро все. Вы альбом, и как же, ребята, хорошо слушать лирический рэп, ваша важность сразу приобретает величине. Геннадий, скажите, пожалуйста, ты сказал, что шаришь в этой теме, ты, блядь. Благодарю, Геннадий. В какой теме шаришь? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, это блядь. Ну, фраза типа. Оп. Вот так вот у нас тут все происходит. Я так не вожу, ребята. Я вожу аккуратно, в пределах допустимых правил. И в пределах скоростного ограничения. Я ни разу не превышал. Да, пока штрафов у нас с Денисом нет. Да. Геннадий, бегите! Он через 5 минут в столб влет! Уверяю! Вот вам вид города, получите. Это даже там столбов-то нет. Только эти. Ну, вот сейчас мы идем над заливом. Да, вот сейчас мы над водичкой. Самое высокое место, на самом деле. Это Канонерский остров. Ага. Канонерка. Он самый высокий. А это вот как раз там, где мы снизу были. Мы под ним были. Едем на Чили, не знаю. Ну, я забил опять красиво. Вот там сверху сколько написано цифр, ну,
6000. 6000 написано? Да. То есть все нормально. Когда падает, значит интернет хуже. Ну вот все пошло, пошло. Все пошло, да? Вот смотрите. Вот смотрите, ребята. Вон кукурузина торчит. Да. Я ж телефон полностью не передает вид. Ну, красиво. Это еще на 0,5, потому что камера 0,5. Справа слева. Булгандай. Господи, мои уши. Да, в тоннеле. Ну, сейчас выйдем, приедем. И появимся уже поближе к городу. Так, а вот через 600 метров уже. Ну, давай, давай, вправо. Через 500 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. На набережную Макарова. Накинь газку от красного. Накинь, накинь. Съезжаем за СД в город. Что, все еще ждем? Съезд. Нет, все. Нормально? Да. На мост. Все, съезжаем сейчас уже в сторону этой самой. Зенит-арены. Вон зенит-арена синенькая. Наверное, озвучивать, куда мы едем, было не самый лучший день. Но... Да? Да. Что-то машин немного вроде сейчас. В эту сторону. А, в ту сторону. Да. Кто сейчас на зенит-арену едет? Город, город, город. Это вот у нас что? Сейчас мы на... Это Васильевский остров. Да. Сейчас мы попадем на Крестовский. Крестовский остров, если что... Ребята, это район для самых богатых. В Питере это как, я не знаю, Москва-Сити, ну, по ценам. Да, там живут все футболисты и олигархи. Да, прям самый дорогой, самый богатый район. У них, у всех этих богачей, короче, отдельный остров, на котором они живут. Не знаю, почему так повелось. Ну, потому что там всю жизнь так было. Ну вот, а там почему всю жизнь? Всю жизнь элиточка. Ну, потому что жили чиновники, и сейчас живут чиновники все там. Конституционный суд. Все вон, остальное. Что-то стоит. Какие-то эти объемы. Направо, налево. Там с моста по... Ну, разберешься. Все, я уже, считай, за рулем родился. Ну да, по факту, да. Уже настолько наездили. Сколько мы наездили часов? Ну, много. Часов... 40 точно. Наверное, 40, да. Аккуратненько. Да, там смотри, направление движения по полосам, правый ряд. Правый ряд сейчас? Да, конечно. Там нарисовано все. Не правый ряд? Сейчас разберемся. Вроде не правый, а прямо. Подскажите, запутались. Куда ехать? Да, перестроились туда. Налево, да? Угу.
пустите. Ну пустите. Так, я сейчас грузовик запустил. Нет. Тянись, тянись, тянись. Грузовик пусти. Запусти. Пусти, пусти, пусти. А, там ДТП у нас. Поэтому я тут держусь. Разложились. Нам под мост и с правым поворотом на мост. Сейчас прямо, да? Да-да-да. Сейчас прямо по обратно. Ну вот он с двухполосным для смещения. Ну, на всякий случай. А что, куда точку поставить? А хер знает. Что-то потерялось у нас тут. Пусти вот уже. Красава. Начинает темнеть. Да, начинает темнеть понемногу. Уже все, мы выехали, уже было относительно светло. Сейчас уже темнеет понемногу. Что там, донаты работают или... Да. А что, приходит что-то? Да. Я не успеваю читать. Может, я чуть громче сделать? Ну, в половинку. Да, я все на всю громкость сделал. А, сейчас на всю? Да. Volkswagen Tiguan, это та машина, на которой мы сейчас едем, мне очень нравится. Вот в сравнении с тем, на китайской вот этой, которая в каршеринге ездила, она мне ощущается намного лучше. Хороший аппарат, мне тоже нравится. Ну да, прям нормально. Вот ждем Audi, посмотрим. Кохой, с Максом, с Вовой, Артур еще придет. Будем кататься с ними. Так, направо, да? Да. Сюда нас есть. Да-да-да. Поверните направо. Через 200 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Поверните направо. Эф. Живые нет? F. Ну ты вот про это спрашивал? Да. Не очень. А что у вас? Вас прям сильно лагает? Или микролаги? Ну сейчас я, возможно, сейчас когда доедем, я перезапущу тогда. Микро. Что микро? Все работает. Геннадий, что за мальчик рядом с вами? Вы топ КСТ. Сейчас доедем, я перезапущу, короче. Чтобы там поставлю поменьше битрейт, и все нормально. И надо на громкую вывести, да и все. Ну да, да. А, нет, тогда у них звук тоже будет, получается. Фонить? Да, да, да. Так, тут еще выехать. Сложная дорожная обстановка. Сложная дорожная обстановка. А куда сейчас? Прямо? Да. Вообще все стоит. Ну, 6 вечера. 6 вечера. Все с работы поехали. Опа. Автобус. Делает маневр. А, нет, я подумал, он на разворот. Как ты успеваешь читать? Я не успеваю вообще читать. Что там, пишут, лагает? Нет. Уже нет? Я тебе говорю, еле успеваю. Вот FFF что-то сейчас полетело. Сейчас F, да? Да. А сейчас вроде все нормально. Короче, надо это перезапустить. Это сиротский район, здесь живут одни сироты. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. Замечательно. То есть вообще все люди, которые идут, это все... Да, все сироты. Ой.
О, какая поворачивает. А это этот, китайоза. Чунг. X9 или как он? Чунгачанга, короче. Хончи. Да, Хончи, точно. Чунг. Ну, Чунгачанга, одним словом. Направо надо бы. Русский, ты бы... Ну, по большому радиусу держись, и все. Круговое движение, первый съезд. Ну, держись по большому радиусу, и все. Вонючий. Вонючий случай. Да, вонючий случай. Пешеход. Аккуратненько. Давай, бро, с пакетом. Поехали. Вы подождете. Мы на Крестовском. Мы на Крестовском. Сейчас через мост переезжаем, да. Попадаем на Крестовский мост. Богатым. Да. Так, плебеи. Тоже к мостом. Сиротам. Плебеи смотрим. Сейчас тут машины будут круто ездить. Вполне вероятно. Ну, сегодня, видишь, будний день. Сегодня не так активно на Крестовском острове. Ну, да. Что, сегодня четверг? Да. Мы почти доехали, 5 минут осталось. Да. Достаточно бюджетный ресторан, там платишь 3000 без лимит. Да? Да. А-а-а. И там 5 или 6 часов без лимит. И, в принципе, достаточно вкусно. Поверните, ребрышки, пиво замечательное у них. Так, налево это вот куда? Да. Вот сюда, за ним? Да. Впереди несколько лежачих полицейских. 2 километра, и мы на месте. Что же на синей тарине? Может, арбуз? А лежачий. Вот с правой стороны. Вон оно. Да. Альпенхаус, ресторанчик. А, это он? И Карл Фридрих, да. Это русская рыбалка, ресторан. Mm-hmm. Вот это вот. Можно половить рыбу и поесть, и приготовят. А чуть дальше сейчас будет Альпенхаус. Вот он. Вон он там внутри. Mm-hmm. Реально вот так вот. Впереди несколько лежачих полицейских. Где лежачий? Ну, где-то будет. Надо где-то... Вот тут парковка должна быть большая. Возле нее. Ну, наверное. Направо, может, она? Да, вот, наверное, направо. А, нет, направо. Или дальше. Ну, поехали дальше там, если что. Мы крутанемся. Вот дальше, дальше. Да. Вот Газпром-арена. Что, не эфает? Нет, все нормально. Или вот заезд. Это туда заезд для работников. А. Явно не для нас. Впереди дорожные работы. Есть где-то здесь. Точка прямо слева красиво. Ну, надо где-то встать. Вот парковка. Ну, это для работников тоже. Вот парковка, не надо. Нет, там есть вот прям, которая за ней, да? Да, какая-то. Прикольно. Вот сверху западный скоростной диаметр идет. До конца маршрута 200 метров. Газпром рулит. Ничего-то непонятно. Вон. А вон налево, может? Давай проедем туда. Да, вот скорее всего налево. Тут можно? Да. Дети. Вы приехали. Блин, берись. Чего? Все, мы приехали. Да. Опять дети. А иди тут ходите. Заезжай, Денис, на парковку тут.
это. Движ, кстати, какой-то. Ну, тут эти рейсеры собираются. Обычно, да. Да, тут собираются рейсеры. Эти... Гоняются. Чуваки, которые... Мы сможем туда подойти-то? Нет, или нам туда не надо? Вот туда? Ну, давай пройдем. Ну, пусть тусят. Ну, просто выйти хотя бы, погуляться чутка. Да. Ага. Что, нормально? Вон там какие-то, слушайте, движ какой-то. Так, у вас по интернету нормально или нет? Или мне перезапустить? Донат офнуть? Хорошо. Все. Все есть. Ой, у меня 60%. Че, как я вам вожу? По-моему, замечательно вообще. Сумку возьму на всякий. Давай. Хуёво. Может, ты хуёво. Ля. Там даже музон какой-то играет. Блять, там танцуют. Там клип снимают, блять. Это кто? А кто это? Что? Почему они жопами трясут? Это кто, блядь? Беги, снимайся. НК? Гламур. Не, вы видите кого-то? Но это какие-то женщины. Или это на потанцовке женщины, я не понимаю. Быстрее снимайся. Кто это? Тряси этим для меня, тряси этим для них. Где Геннадий? Вот. На месте. Нет, там что-то клип снимают. Блять. Мы можем поближе подойти вот так со стороны. Интересно. Что за трек? Вам слышно? Хуйня какая-то. Ближе? Блин, там жопой трясут реально. Енина? Это Енина? Серьезно, блядь? Ух, нихуя она там, ебать они там. Это точно Енина, блядь. Это кто? Ладно, мы идем типа гуляем в ту сторону. Похуй. Блять, им пиздец должно быть холодно. Слышите, что они голожопые тут бегают, блядь. Пиздец должно быть. Ля, блядь. Не, это не Енина. Или это Енина? Кто это? Да, 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 вон. Сходи, проверь. Пускай шанс. Станцуй с ними. Да, блядь. Интересно, реально. Давайте потом это самое посмотрим, что за клип. Вы по музыке не поняли, кто это? Такая Эвелин, блять. Не может быть. Вы по музыке не поняли, кто это? Бля, ну тут прохладно, чтобы голой жопой трясти, на самом деле. Так-то. Греются тебе? Да подойди ты. Ну а что они мне скажут? Что ты нам это самое, клип наш снимаешь? Он у нас выйдет потом, через 5 лет, удаляй давай авторское право, блядь. Ля. А, это метро в натуре. Это в натуре метро. Джарахов?
МБ Джарахов. Ладно. Ну что-то клип на лаванду. Ну красивенько же. Вот там что-то играет. Блять, то же самое, порт перезаписывают. Что это, блять? Бля, какая хуйня. Что тут? Еще какая-то подруга приехала, блядь. Зашазамьте, может это... Может это вышло? Это реально Эвелин? Ну вот мы и встретили. Да не, вы везите. Реально? Ебать. Нехуй было меня на шоу каши скипать сейчас. Прикиньте, пойти, блядь, разбираться. Слушай, ты что сделала, блядь? Опять клип с жопами. Ну, в целом, неудивительно, блядь, подруга, молодец. Ой, блядь, смеяться больно. Иди. Да что мне делать нехуй? Меня забанят, блядь, они там жопами трясут. Меня забанят. Иди разбирайся. Да это пиздёж, как вы поняли, что это она? По песне. По голосу. Иди фотку проси. И что я, блядь, подойду, я спрошу, что вы здесь, клип снимаете, да? Или что, блядь, мне в BMW сесть уехать? Подойди, проверь, она или нет. Нет, это не она, я вижу. Ну, вон там главное бегать, блядь. Та, которая не жопы трясла, а песню пела. Это не она. Нет, не она. А кто тогда? Блядь, вы что думаете, нахуй, ну, всяких челов, которые клипы записывают, мало, блядь? Их много. Геннадий гуляет. Не, это сто... Это не она, не. Ну, либо я, долбоёб, не увидел, но не. Там другая девчонка какая-то. Ну, трек, если честно, хуйня полная. Это Педиди? Зум сделай. Да вот зум. Я могу еще больше. А не, не могу. Это максимум. Белая вечеринка? Да просто какие-то, блядь, рандомные, это самое, рандомная блогерша. Ай, блядь. Бочину заболела. Рандомная блогерша записывает клип на свою хуй пойми какую песню. Ой. Так, что, выдвигаемся? Как скажешь. Так, а куда поедем? Как скажешь. Чат, куда поедем? Ой. Прохладно реально. Как они жопами трясут, я не понимаю. Тяжелая работа. Подключи к магнитоле донаты. А, блядь. В речку? На концерт Мияги? Мне кажется, не надо донаты, они поломаются. В зону отчуждения. Можешь к ним подъехать туда, рядом.
Наблюдаем. Мы, знаете, как в этот самый, в Хитмане. Так, что происходит? Угу. Дарьяна? Ну, может быть. Можем подъехать, только где тут проезд? Знать бы. А он справа. Или нет? Одностороннее движение. А слева? Вон. Наверное, там, да. Переезд. Сталкер. Ну, у меня сталкера, что, интересно? Что там за клип? Юля Гаврилина? Да какой сбей, что вы пишете, идиоты? Хоть трек говно, но пусть записывают-то клип. Ой. Это МК. Это не Дарьян, у него голос другой. Но потом сделайте расследование, кто это, что это, чье это. Сделайте расследование потом. Так, все, передаю этот самый. Можем проехаться. Куда мы можем проехаться? Куда мы можем проехать? Можем до Кукурузина мы доехать. А, можем до Кукурузина. А там есть где встать? Не знаю, я там... Можно давай посмотрю. Пообщайся пока. Есть Кукурузина в чате? Шо? Ну, BMW i8, ну, значит, довольно небогатый клип. Потому что она не супер много стоит. Прямо 3 километра. 17 минут. Да. 17 минут до Кукурузины? Да. Го. 9 километров. Так это в аренду? Опа, это за нами опы приехали. Все. Так, 9 километров. Ну, let's go. Так, все, едем до Кукурузина. О, смотри. Жгем колеса. Ебать. Опы что-то дрифтят, слышите? Ну-ка. Ебать. Давай, ебаш. На шипах? На зимних? Да. Ну что он перестал, когда я окно открыл? Бля. Вот такого... Опа, пошло. Ебать. Нихуя, литвинчик. Мощно дает. Да, особенно на шипах. Кайфово. Ну, охота подрифтить. А все, пару кругов дал, уехал, нормально. Вот такой вот Ирл вам сегодня залепили, нормально. И вот и клип уже какой-то. А все, они уже закончили, вон, видишь, машину закрыли. Видимо, досняли. И клип, и дрифт, и это сам. Вот так же. А поехали мимо них проедем. Мимо них? Да, вот как BMW, вот там выезд, да. И посмотрим, кто это. Ой, проводок. Ну, пускай, наплевать. Ну, поехали, проедем. Вот там направо. Ну-ка, сейчас глянем. Ну, там уже все уехали, наверное. Главное. Ну, они по машинам. Наверное, да, по машинам. Маршрут сели, перестроен. Греться. Крутой поворот налево. Подожди, ты со своим крутым поворотом налево. Я крутой. Слушай, тут только налево. Ну, они по встречке поехали. А, по встречке Бэха проехал? Ну, хочешь проедем, хочешь не поедем. Ну, вон тут сразу заедешь, да и все. Поехали. Доедем, да выйдем. У тебя же права есть? Все есть. Не будет. Налево. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Так, еще и кто это? Ну, проедь мимо, да и все. А там есть выезд? Да-да.
Маршрут вокруг перестроен. Объедь, да и все, что-то. Через 50 метров развернитесь, а затем поверните BMW направо. Я вижу. Да вон они. Развернитесь, а вон какая-то бегает. А затем бегает. Через 100 метров поверните есть? Направо. Которая в розовом. Не, это не Эвелин. Она в розовом вся, это какая-то, я не знаю, подобие инстасамки. Ну потом посмотрим на ютубе. Сделайте расследование реально в чате. Так, куда нам? Направо? Налево, вот туда, на выезд. Налево, да? Да. Сделайте потом расследование. Маршрут интересно, перестроен. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Так. Да, подожди, он пересчитает, что нам там... Где мы, что мы? Сейчас. Куда? Налево. Поверните показывает. Налево. Ладно. О, ученик. Учится. Оказывается. Ну ладно. Все, сейчас едем до Лахта-центра. Надеюсь, там есть где встать. Впереди ну, он куда-то какой-то наверняка парковки ведет. Ну да. Да, опять же там посмотрим. А там, ну, ничего не лагает, нормально? Мяу, Лахта-центр, вайб. Вайбик. Блондинка за рулем. Опа. Вот так вот. На Васильевский остров едет. А что там делать? Не знаю. Тем более, сейчас пик. Сейчас. Едем в Лахта-центр. Едем в Лахта-центр, наверное. Впереди несколько лежачих полицейских. Так, лежачими полицейскими нам прямо и налево. Ну да. Можно какое-то радио подрубить. Смотри, о, это анекдот. Ой, они сейчас наговорят. А есть Энерджи? Вон Энерджи. О, это трепа. О, пошло. Движ. Это точно Energy? А, это Юмор ФМ. Energy. А. Ну тоже ничего. Я просто трек не понял. Обычно они такого не включали. Это новый трек. О, это уже плюс вайбик. О, ученики еще. Ученики на месте? На месте. На месте. Кайф. Хайп. Геннадий, я вас люблю. Я вас тоже. Всех. Где-то. Вон он. Не видно. Мчим к родине. Через 200 метров поверните налево, в квадрат вперед. А, ну на набережную он вытащит сейчас и... Ну, короче, навигатор смотри. Сиротские дома, тут живут сироты. Сироты, у которых 100 миллионов минимум есть. Последних. Да, да, да. Последние свои отдают. Просто, чтобы хоть где-то жить. Машины не то, чтобы богатые какие-то припаркованы. Ну, нормальные машины стоят там, внутри. Вон яхты, пожалуйста, стоят. А, яхты, да, кстати. Там яхты. Яхты. А вы еще говорите, что стримеры богатые, извините. Какое? Вот у кого из стримеров есть яхта? Русскоязычных. Да даже, ну, вот, из нас четверых. Я, Тоха, Макс и Илья. У кого яхта есть? Ну кого?
Вы нищие все. Надо скинуться. Да, да. Нужна помощь. На явку. Дай покажу ребятам. Впереди наша телебашня. Телебашня у нас. Да, только она плохо светится. Беглов на огнях экономит. У Геннадия яхта? Нет, у меня пока нету. Я только коплю на нее. Да все, завтра уже. Че? Да, они же раньше в цвет флага подсвечивали. Да, да, да. А сейчас вообще какая-то шляпа. Какая-то белая. Ну или когда как. Давай, бро. Давай, бро. Спасибо. Сейчас бы, если врезался. Скажут нам спасибо или нет? Сказал. Респект заслужен. Впереди лежачий полицейский. Че, просто бибикнул, чтобы обосрался. С батонами зашевелил. Плюс вайбик имеется. Помните, я вам объяснял, что такое плюс вайп? Да. Я тут пытался Геннадия в сленг просветить. Частично. Да. А что помните? Вайп что такое? Не, ну вот из сленгового что-то. Ну ты мне скажи, я так... Ну вот, вот что-то в памяти отложилось. Я как бы понимаю, но не говорю. Пока так. Ну вот хайп. Что такое? Будьте внимательны, рядом школа. Хайп. Понимаю, но не могу сказать. Да? Ну. Ну с чем это связано? Движ. Кей-поп. Не знаю. Какой кей-поп? Когда на Energy начали включать кей-поп? Energy. Что происходит? Как я давно радио не слушал. Какой-то кризис вообще. Ужаснейший. Нет, сейчас будет кей-поп. Так, в чате это кто? Узнаем. Это BTS или это... Геннадий, кого вы стэнните? Что? Говори по-русски. Стэнните. Не знаю. Что там? Это что, это кто? S? Кто? Эспа? Какая оспа? Обезьянья? Что это? Двадцать минут. Ехать до этой? Да. Реально? Да. А что, из-за чего? Не знаю. Что-то мы не туда. Он, наверное, видимо, мы где-то не туда свернули. Да? Ну, вроде правильно ехали. А сколько? Это Енина? Все понятно. Машина? М? Енина машина? Не, Енина это...
Ну, в интернете одна есть такая. А это что такое? Это шаман? Или холландский? Ёнджун. Боже. Собрались тут. Фитлит вина с Иваном Золо, наконец-то. Что за набор звуков, я не понимаю, в кей-попе происходит. Что это? Вот это вот. Как я тебе врублю светлую сторону, если мне Bluetooth не подключен? А у вас Bluetooth подключен? Нет. Да. Да? Да. А, вы сейчас не найдете, наверное. А есть ВКонтакте? Да. Вот сейчас включу трек кента своего. Можете зайти в ВК? Нет. Да-да-да. Чтобы на Bluetooth включить. Ну я-то, я не могу. Что это такое? Это музыку. Музыка. Музыка. Вот встань ты. Так, вот здесь. Так. А как привязать? Сейчас будет. Ящики. Тут, наверное, здесь надо подключить. Не, не, не. Ну, магнитолу, да. Нашлось? Да. А все, если включить, заработает, да, сразу? Не знаю. Я не понял. А, да? Так. Да, да. Нет. Не работает. Надо здесь. Медиа, наверное. А, во, Bluetooth. Во, вот сейчас можно включить. Во. Так, отдаю. Сейчас, рули пока. Я навигатор включу. А что, оно свернулось, перестало работать? Светлая сторона. Жди, сейчас обратно вернемся. Нам же надо знать еще куда ехать, потому что я за дорогой вообще не слежу. Ну налево сейчас. Полосы, а затем поверните налево на песочную набережную. Вот так. Так. Контакте. О. Держи меня подальше от своей руки. Это вот друг мой, блин, поет. Чё, как? Нормально? Ну да. Нормально, вайбик имеется. Сколько времени? 6. 18. Ну что, доедем до этой, до Лахты. И все, и ухом. Вайб имеется. Что там? Ну-ка гляньте. А давно ВК вообще не дают даже 10 минут послушать, если телефон не блокируется? Давно это? Что за говно? Так. Отдаю.
туда левее держись. Так, нам левее, куда? Левее, 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 левее. Сюда, да? Да, да. Давай, а то мы не туда уедем. А, ну да, сразу. Ну и ВКонтакте говнище. Раньше давали хотя бы немного послушать бесплатно, если не сворачивать. А теперь вообще не дают. Вонючки. Вонючка. Ну, нормально ем. Да, да, да. Можно пока радио, наверное, вернуть. Потому что... На... О, тоже нормально. Так, ну-ка. Тоже вайбик есть. Не Илья, конечно, но... Сейчас мы к Черной речке выйдем. Там тоже, видишь, все стоит. Ну, там надо выехать и все. И там финишная прямая будет. Через мостик, вот, два мостика проехать. Вперед! На! А вон это телевышка. Справа. Это был хит It Goes Like На-на-на диджея и продюсера Пегги Кул. Почему он так говорит кринжово? Я не могу. А кринж, знаете, что такое? Понимаю, но сказать не могу. Ну, типа испанский стыд. Ну, стыд. Очень многие слова понимаю, но не могу сказать, что значение. Да. Полный Саймон Мьюзик Шоу. Да, в самую жопу мы попали, блин. То есть вечера называется. Ну а все поехали домой. Это я. Внедорожник Exit TXL. Блядь. Ультрамодный дизайн, высокий уровень мощности, комфорт салона, доведенный до... Да все неправда. Exit TXL рожден для новых открытий. Будьте на шаг впереди с Exit-центра Рольф Витебский. Двигайтесь к своей цели на динамичном и современном внедорожнике. Подробности по телефону 20-00-19. Кто-то любит ходить на концерты, кто-то предпочитает театр, опять? А кто-то совсем скоро. А что, у вас стрим падал? Новогоднюю елку за праздничным настроением. И что точно любят все, выгодные билеты на все эти мероприятия. Выбирайте концерты, спектакли и елки на МТС Лайф. Ну, да. Покупайте самые выгодные билеты. Нет, это можем. И скажите. Нормально. Нет, это ножик. А что у вас? А, там задержка жесткая. Ну, отстает от реального времени с ним. Телевышка, блин, рядом. Не отстает. А, все равно красная еще. Напишите один.
20% на украшения с бриллиантами от ювелирного завода Каст. Ювелир Торг. Драгоценное. Настоящее. Ой, да. А, сколько литров? Нормально. Полный бак и дополнительные бонусы. Полный бак. Да не, нормально так-то. Я думал, у вас прям задержка 500 лет. О, смотри. Ля. Ему не налево. А куда мне? Налево мне. Гастрономическое пространство. Фудпарк Меркурий на Савушкина 141 приглашает взрослых и детей попробовать на вкус. Трек с вейпа включи. А у меня не с собой этот вейп. Вот этот, который с треком, он не с собой у меня. Треки можно с Google Chrome и ВК включать. Так это надо в браузере залогиниться сначала. Это долго. Не ищите, куда сходить, что посмотреть и где поесть. Новые впечатления ждут вас в Музее современного искусства Эрарта. 40 выставок в год. Не идет, да? Подписка надо обязательно. О, зеленый. Сейчас, секунду. Меняемся. Ну, на красных, короче, будем включать треки. Нормально. Я придумал. Поверните налево. Опа. На мост. На мост. Пожалуйста, вам вышку. По рельсам едем. Ну да. На. Сейчас тут можно. Да, тут можно. Подрубайте. В пряничном домике? Можно в пряничном домике, да. Это кому? А как потише? А, вот. Отложил телефон, надоел дом скроллить. Мои нервные клетки новости явно не стоят. Ничего нового, наш мир дал ёбу давно. Короче, вайбы писать лирику полным-полно. Чтоб разум сохранить, чтобы не быть как стадо. Понял, пора мне соорудить свой не... Ночной Питер. Ну как ночной? Вечерний? Ну вечерний Питер. Вот и... Все нормально. Ура. Эх, там видимо падает. А там лаги. Лагает у них жестко. А за что это? Плохая связь? Да, да. Центр города. Не вывозит. Или так может перегруз, потому что народ перегрузит. Да, вот возможно. То есть все так и есть. У кого лаги? У кого лаги? Включи. Че, у кого лаги? Включи лаги. У кого лагает? Давай ящик включай. Ящик. Ящики в пробки не включают, ребята. Ящики это для прямой дороги. Пустой. Че, прям сильно лагает, да? Направо, дальше, да? Дальше. Вот, вот она поехала. Авдотья. Какой Дотя? Авдотья. Ауди называют Авдотьей. Макс пишет, заедешь за мной. Макс,
А где ты? Да мне Геннадия неохота задерживать. Ну где он? А где ты? А как понять? Он сейчас чат же не напишет, где он. Не напишет. Ну можем маршрут перестроить до него тогда. Смотря где он. О! Вот этот трек заиграл. Да же. А, я знаю куда. Сейчас. Платформа по приобретению прав на музыку. Сейчас, у вас звука нет, потому что этот самый. Сейчас мой адрес. Я специально вырубил. Интернет говно. Что, не доходит вообще? 6 километров 30 минут. О, 6 километров 30 минут? Ёпать. Едем? Ну, поехали. Все, едем за Максом. 37 минут. 37? Да. 5 километров. Серьезно? Нечего. Вниз. 5 километров, прикиньте, 37 минут. И тут я подумал, в чем шумиха-то? Хиты разные. А вот как говорят на английском. А, ну у меня телефон сейчас сядет, ребята. Все. А мне оффнуть надо будет. Мы не успеем до Макса доехать до того, как у меня телефон не сядет. Потом я переведу на русский язык. Какой? Lightning. Не, не подойдет. Точно не подойдет. Да, айфон вонючий. Так, да, лучше отдам так. Тут полоса разгона, так, туда как бы залазить. Да. Таскай с собой провод, понял? Ну, я не подумал, я подумал, то, что, ну, хватит, типа. Что, влезаем сюда? Ну, потихонечку, да? Пробка 4 минуты 1 километр. Держат тебя за руку. Ну что, не едет вторая. Кубаха тебя пускает. Да он пускает, впереди машину. Слушайте, культурные люди. Культурная столица. Культурная столица, поблагодарить. Блядь. Ой, ёбта. Пиздец. Давай, залезай. Давай, Дэн. Тут сейчас следующий. Давай. Одного пустили и хватит. А спасибо. БМВ ебаная, все понятно. Вот поэтому мне не нравится БМВ. Водители какие, даже не спасибо не скажу. Что там опять, там дальше где-то красное, да? Ну, сейчас все красное. Планы изменить кукурузина не получится. Да. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Ньюстар появляется и меняет все. Как звезда, которая освещает. Так, можно? Все, короче, ребята, я, наверное, буду офать. Потому что мы пока доедем до Макса, у меня уже телефон все крякнет. Вот, так что мы поехали до Макса. Надеюсь, вам понравился Ирл. Вроде был прикольный. Ну, хоть и небольшой, но прикольный. Вот. Макс вроде подрубит у меня дома сегодня, поэтому еще увидимся. Вот. Все, давайте. Увидимся у Макса, короче. Вот на Телеграм подписывайтесь обязательно, на все остальное подписывайтесь. Вот на Геннадия контакты вам дам чуть позже. Вот, все, давайте. Покеда.